Артем Комаров, 11 лет, молодежная организация «Альбатрос», стихотворение «Медсестра». В военном госпитале или в медсамбате, а то и просто санинструктором в полку. Ты, медсестра, всегда была солдатом, и он перед тобой всегда в долгу. Тащила ли истерзанного из воронки, или вела его контуженного в тыл? Ты потихоньку плакал в сторонке, а он тебя всегда любил. О, девушка, как много видела ты горе, как долго ты месила фронтовую грязь, но улыбалась ты всегда тому, который ругал войну, от боли матерясь. Ты много неудобств на фронте испытала, но сохранила нежность и любовь. И слышал я, солдат, как ты шептал, когда же ты?